Привет-привет! Хочу вам показать, как происходит восхождение на гору Сокол. Маршрут для любителей пешего туризма и для самых смелых. Я прям гид-проводник в сказочный мир Крымских гор. Моя цель – показать туристам эту красоту и свободу, которая скрывает за пределами зоны комфорта отелей и пляжей. То, ради чего люди, побывавшие раз в горах, вновь и вновь оставляют свои теплые и уютные постельки, привычный распорядок дня, удобное кресло, пиво, интернет и уходят в горы. Обожаю это место, прям люблю, но скажу по секрету, летом тут жарко. Не забудьте водичку, головной убор и удобную обувь. Расскажи, как это вначале, не сложно было? Очень много. Очень нет. Ни разу не устали, вообще на легке поднялись. Даже не останавливались от этого.